Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21, вход со двора. Мы здесь с ребятами провели целое детство. Катались здесь на санках в свое время с этих склонов. Летом часто мы с бабушкой ходили здесь, загорали, купались. Уровень воды был значительно выше, чем сейчас. Пустынников этих не было. Это был очень такой красивый лесопарк. Мне очень жаль, что данная территория сейчас заброшена, никто и не хочет заниматься. Ты ужаснулся тому, что здесь сейчас происходит, сколько мусора, насколько все поросло, места не узнать. Это тронуло меня. Предложил друзьям, предложил местным жителям поддержать, провести субботник, за что всем очень благодарен. Люди меня поддержали на удивление. Хотя на такие мероприятия люди не очень любят выходить. Но тем не менее мы совместно здесь прибрались, покосили траву. Жители нам поступило предложение также обработать территорию от клещей, поскольку все, кто гуляет здесь с собаками, говорят, целыми вечерами достают клещей из своих животных. После мы обработали эту территорию от клещей, и также появилась идея отобрать на местном роднике воду на исследование, на качество данного источника водоснабжения. Собственно говоря, протокол, который мы сегодня разместили. Поскольку я не санитарный врач, интерпретировать в полной мере данный протокол я не могу, но из своего опыта могу сказать, что по химическому составу вода мягкая, очень хорошая, подходит для использования в ежедневных нуждах. Но поскольку, скорее всего, давно не меняли трубу, из которой идет данная вода, там обнаружено незначительное количество микробиологии, что, соответственно, нам будет говорить о том, что данную воду необходимо кипятить.